делается сдоба на производстве. Заложивается сырье. Вот, в чину. Активируются дрожжи, сахар, соль, маргаринчик, опара, все на месте. Будем месить. Месим. Месим. Ну вот, почти готовое хорошее тесто. Добавим чистый мытый изюм. И намесим. Все готово. Идем делить. Да. Подымаем. На подъемник. Тормозить. Делитель настраивается на определенный вес и делится кусочки. Положится на стол. Стол накидан. Сейчас сдоба тронется. Ее начнем делать. Будем ложить карусель. Вот. Это карусель. Это вышка маловатая, поэтому крутится и подходит к карусели. Карусели тепло, определенная температура и влажность. И здесь тесто подходит до нужного размера. Фигура всякая-всякая разная может быть. Каждого своя форма. Ну вот, полностью положена карусель. Теперь мажем натуральным яичком. И посыпаем крошечкой. Вот так всю карусель. Люлька за люлькой. Карусель помазана, посыпана, но по размеру маловато. Поэтому крутим в расстойнике некоторое время. Мне сказали, мавчком стоять.